Всем добрый вечер. У нас тут маленький перерывчик между дождями, хотя ветерок все равно есть. И когда находишься под деревьями чуть-чуть, сразу на тебя начинает, точнее после ветра на тебя начинает капать водичка. Ну, как вы поняли, я сегодня продолжаю наш маленький эксперимент, а именно катаюсь на велосипеде, ну и слегка провожу вечерний обзор, так сказать. Кстати, давно не повторял эту фразу, так сказать. Стараюсь ехать чуть-чуть помедленнее, чтобы вы успели смотреть по сторонам, хотя нет, по сторонам вряд ли вам удастся посмотреть. Закат, как видите, у нас не очень сегодня. Он уже на протяжении нескольких дней не очень. Я бы сказал, вообще никакой. Поэтому вот решил покататься. То есть красивую картинку я вам вряд ли покажу. Ну, я имею в виду яркую, насыщенную. Будьте здоровы, кто-то чихает. Но должен вам сказать, что народ на пляже есть. Есть, дышат свежим воздухом. Я даже не ожидал встретить сейчас тут никого. На обратном пути, либо где-нибудь там дальше, я покажу вам картинки, веселые картинки с пляжа непосредственно. А сейчас легкая прогулка по набережной. Ух, тучки у нас над горами там серьезные. Ходят слухи, что возможно будет снег. Вы знаете, судя по тем тучкам, то, что я сейчас вижу, снег я лично не исключаю. Но как она будет на самом деле, вопрос, конечно, интересный. Тучи действительно суровые такие, темно-серые. Ой, кажется, немножечко меня трясет. Как видите, прибой закончил свою деятельность. Все столики поубирали. Ставни закрыты. Но народ гуляет. Все равно гуляет, видите, по набережной. И мы сейчас с вами заедем на причал. Мы-то теперь у тебя мобильные такие. Единственное, что возможно, стоило, наверное, защиту от ветра одеть. А я что-то не додумался. Ну а теперь можно снять камеру и показать вам картинку вот так вот из рук. Темно-синие тучки такие на горизонте. Море по сравнению с ними кажется каким-то бирюзовым. И мне кажется, что надо подкачать колесо. Как минимум переднее. Знаете, если бы было вышло солнышко, то был бы очень красивый закат. Смотрите, там такие облачка. А вот в горах все гораздо серьезнее. Смотрите, там все серенькое. Такое настолько серое, что даже немножечко страшно. Сильный ветер, и тучи прям видно, как прилетают. Если задержать камеру на мгновение, то я думаю, вы тоже сможете увидеть. Перемещаются. Так, я заметил, что колесико у меня несколько спущено, так далеко я, наверное, не поеду. Поедем сейчас туда обратно, вот. Там, где много людей. На Колорах, кстати, сегодня намного больше людей, чем где-либо.
А тут сильный ветер, шумозащиту я не взял. Расшатанный кантара. Поэтому поехали отсюда. Такой вот у нас получится закат. Как говорится, закат, которого нет. Так, я извиняюсь, если там вдруг мои руки там опять где-нибудь там проблеснули, так сказать. Так получилось. Опля. Вот еще раз полюбуйтесь прибоем. Прибой, который не функционирует уже. Хотя ресторанчик, если вы захотите заказать зал, то вполне реально, я думаю, что вам помогут в этой беде. Точнее, не беде, в этом счастье. Так, сильный ветер опять. Сквознячок. Эх, забыл я про защиту. Вот это обидно. Ну ладно. В другой раз. Как раз проведем эксперимент. Что да как. Вот. И. Ну, пойдемте. Тоже посмотрим на море. Так, ну тут съезжать не очень удобно. Там вон есть место, где можно к нему спокойно добраться. Оставим велик. Идем смотреть волны. Ну что, волны сегодня, в принципе, нас порадуют. Судя по всему. Чайки тоже. Смотрите, какое синее-синее небо. Прям вообще прям. Ух. Жесть. Как же закат без моря-то? Тут заката нет, а моря все равно есть. Были красивые такие волны. До меня они никогда не дойдут. Прячутся. Хотя, возможно, вот сейчас вот. Ну, не то чтобы красивые очень сильные, но симпатичные. Вот такое вот море. Вот такие вот облака. Даже я бы сказал бы тучки. Эй, извините. Что-то начал кашлять. Надышался. Ох, походу хорошая волна идет.
потешь, но. Ну что, друзья, опять мои пальцы в кадре, ну, вы уж извините, надо привыкнуть к этой системе ниппель. И мы поедем до дому, до хаты выкладывать вам этот ролик. Ну а пока буду ехать, немножечко поснимаю все равно. Ну, может быть, будет не очень красиво, так что уж сильно не ругайтесь. Как умею. Опять поколораж, опять скрипит потертое седло. Как бы вот так. Тут бы еще куртка бы не закрывала вам обсмотр. Белый клык. Ну и мы поколораж. Быстренько так. Хотя я чувствую какие-то определенные волнения. Ну, в плане того, что камера все равно двигается. Но весь этот вопрос будет решен, как только там специальный глаз попадет в Россию. Ну, я имею в виду. Отважно. Очень отважно стать на встречную. Я имею в виду, там объектив новый придет, когда в Россию GoPro. Тогда точно вопрос этот будет решен положительно. И все будет красиво и четко. Ну что, друзья, на этом все, наверное. Я уже почти приехал. Всем пока. До новых встреч.